110 миллиардов рублей составили доходы Самарской области в этом году. Это на 5 миллиардов больше, чем за 9 месяцев прошлого. Об этом стало известно на заседании правительства региона. В губернии выросли эффективность сбора налогов на прибыль организации, доходы физических лиц, совокупный доход и имущество организаций. При этом доходная часть исполнена на 73%. Также регион досрочно погасил кредиты коммерческих банков.